Так, мастер, я минутки парочку налью кофе, приду. И ты мне ассиста еще кинь, буду лут раздавать. Могу сам раздавать кнопочек. У тебя ГП, блин, точно. Сколько у тролля расовая берсерк? Сколько секунд врубается? 10 или 15. 10 или 15. Скорее всего 15. Заведи их наверх. Пуляю нижних. Блять, чуть вернули. А что уменьшает у Вара реванш КД на 2 секунды, блядь? Оказалось всегда, что реванш КД этот 6 секунд. По-моему, у Протика же этот талик есть, не? Ну как раз таки у Прота реванш 6 секунд. Че там, Гурский, долго тебе еще? 800 на 800. Себа. Ты тут что-то вообще потно нахрен бегаю туда-сюда. Левай. Не. Нельзя. Тут этот лут лук ввели легендарный. Левай. Мову не читал, не? Пойди в рейд, а потом почитай. Какую? Про лук легендарный для Гурского. Для тех, кто ливает с БГ, то есть шанс, что дадут лук легендарный. На скабанечка, блять, вовремя. Не-не, просто ливаешь, типа. Потом присоединяешься в любой рейд, если умолит, типа, есть шанс, что дадут лук легендарный. Ты имеешь в виду только в наш рейд? Ну, конечно. Сколько мы, ну, в 4 танка идем, да? Шейпер, двое в танк. Либо Шреддер. Шреддер, двое в танк. А тут зачем? На трэш. На трэш, а потом спекается и назад в ретро. На боссе 2 и 2 на трэш. Так, меточки, меточки. Так, на кубы плюсуем. ШПшники. Просто различай ШПшнику и все.
мульти, мертбетер вот этот. Тогда мульти, вот и так. Чулан. Кликач, умеешь стоять на этих? Ну. На кубах умеешь стоять? Му. Я ему му, да. Так, и остается квадрат, да? И луна квадрат. И, точнее, даже не так. Кондо вообще ставят на кубы? Не думаю. Чего ж не ставят? Тут надо хилам иметь в виду, что надо заход этих. Потому что если лужа на кубе, на соответствующей метке, вы должны кидать ходы. Чтобы человек мог встать, и вы его захиливали. Сильным исцелением. Штурбойса поставить, что ли? Похуй, под зеленкой пойдет. Так, всех, на кому метки стоят ваши, блядь, кубы с этими метками. Ждем Гурского. Гурский долго там еще? А пятый куб на ком? Бам-бам-бам, звезда. Я что, звезду не поставил, блядь? Где, блядь, звезда пропала? На звезду я ставлю маленький му. Это рога. Зачем? Надо РТД. Вон ближний куб. У него под спринтами, спайдами все нормально. Но я смотрю, тут вообще нету. Если у него нормально, то ладно. У нас радажники, вот это силу умеешь на кубе стоять? Не, не надо. Дратор бойс. Хант дырочок. Дурачок, блядь. Дырочек. Хант, ты тут? В дискорде? Ты не на кубе босса бьёшь. Дырочек. На кубах умеешь стоять? Да стоял, шарил, в принципе, ну что-то очково, интернет подлагивает, честно говоря, последние пару дней. Да, чтоб пух вам сейчас, чтоб не затупил, пацаны, не чтоб без обид. Гурский, ты где? Мне еще долговато, блин. Так ну, попробуйте без меня, я если что в груле помогу. Ну ладно. Не обязательно. Рибаф раздали, пристабав. Как освободишься, скажешь? Да. Значит, смотри, ты тактику рассказал, кто на боссе, кто на трэше. Какие мобы уходят с порталов, что с ними делать? Я с Алисой на боссе, ты с мобами. Гитаристов держим от рейда. Это мобы, которые распускают волны в четыре стороны. Их бьют только РДДшники. Демонов сливаем под боссом, больших архидемонов. Бесов сливаем также все милики и РДДшники также. Потому что если бес взорвется, может нахуй весь рейд шотнет. Не может, так и шотнет, в принципе. Рыба есть? У кого-то. Шреддер, ты держишь с портала возле треугольника и ромба. Ой, треугольника и квадрата. Ой, ты держишь возле звезды и ромба. Ну, этих три портала, как распределились. Поставить вам рыбки, ребят. Я так и не знаю. Попробуем 24, потом посмотрим. Так, на 52% стопаем, ну это уже по ситуации, скажем. И отводим все под браму. Встаем. Там, где крест за крестом, там будет брама закрытая, короче, ворота. Так, ко входу просто скажи. Брама. Брама. Ворота, блядь, короче. Старгейт, нахуй. Так, Холипал. Холипал с чешкой, не хватит.
Так я тоже с чешкой. Так, даем. Да, я с Украины. Так, даем на пулы. В танков никто не вливается, пока все мобы не сбегутся. Все, пуляем. Косты сбиваем. Чертворцы в первую очередь убиваем. Скажи, до мечей. Давай, бомжи. Лу. И он дает. Алиса, давай бомжи. Быстрее изливаем чертворц. В лужах не стоим, милики особенно. Постарайтесь так, чтобы кубы не заливало лужи. Не ройте на рандом нападает, а падает на это. Быстрее. Джитут поставь на себя и на меня. Все так. Шансунг поассистишь. Шреддер, где треугольник? Тот портал. Я треугольник, квадрат и центральный. Ловите обои. 3 секунды до пула. Мульти, уйди правее чуть-чуть, ты так куб зальешь лужи. Он у него большая очень лужа. Вспышка называется, да? Да. Вспышка чего-то там. Звезды. Скверны. В лужах не стоим. Забираем. Готовимся на кубы. Пошли на кубы. Не только не заходим на платформу. Готовимся прожимать 3 секунды. Одна. Прожали. Бесы. Заливаем бесов. Милик и РДшники. Переключились в бесов быстро. Ага, кубы не прожали. Кубы так, не ромбик прожал. Не прожал. Крест не прожал. Крест у нас мульти. Тоже не прожимал. Ромбик кто у нас стоял? Шансон, похоже. Какой шансон? Шансон хил. Сегодня шансон хил на кубах. Ладно, раз я ромб найдем. Я видел креста, который... Может, пацаны не ставят, как прожимать? Есть такой вариант. Потыкали, потыкали ром, 5 раз. Это он... у нас, походу, шипешник, да, блядь? Мирто, блядь, какой-то там, блядь. Да, он. Мистер Дои Беттер. Ты знаешь, как прожимать кубы? Мульта написал, я нажал и в бок случайно нажал. Мульта свой уже получил. Подожди, квадрат тоже не прожимал. Я на его место стал бы там. Только видел 3 луча, а 2 не видел, блядь. Как раз зад не видел и этот не видел, ром. Там квадрат. Один квадрат подменили просто. Сообразили. Квадрат, кого ты на квадрат ставил? А чё вместо квадрата нет РДД? Квадрат у нас кто? Ну так посмотри, лу.
Ну, кого я тебе поставлю вместо того, блядь? Турбойс уже стоит. Ханта разве что, но он сказал, да, что лагает. Элема. Так, ты знаешь, лучше давай я стану, я хотя бы понимаю. Единственное, что у меня ДБМ выдает только вспышку Скверна. Вот сейчас я видел, только когда уже где-то через 2 секунды после того, как ты объявил. Поэтому, чтобы вы понимали, то есть у меня небольшая задержка. Я успею прожать, в принципе, на этой задержке. Это не страшно. Так, клыкач, блядь, еще не стоит, нахуй. Сейчас клыкача еще будем ГП ловить, нахуй. Если надо, давайте, пать. Ставьте шкаф в Сумонте. Так, кто еще? Лу ГП, да? ГП не, Лу вроде прожал или не прожал. Лу. Ну, а че мочите? Кто, блядь, спулил нас? Ханты, Пэт? Блядь. Ханта Пэт? Ну, все, нормально, свалю. Выйди оттуда. На пассив поставьте или отзовите. Клыкач, ты тут? Так, гурский, значит, пуп нахуй. Не, не хочу. Да, да, да. Чё ты делаешь, клыкач? Что тебе не нравится? Чего? Что тебе не нравится? Зачем собаку свою спускаешь на мугу? Я его только показал. Он в целом агрессивный. Так, рыбы поставили, фулбафер издали. Ребята, пугов нету на этом, блядь, на кубах, так что, блядь, ГП будете получать вы. В ваших же интересах прожимать кубы. Бесы, блядь, вышли, они гитаристы, нахуй. Ну, если кубы пуги не прожмут, то минус 100 крона сразу. Не, я добрый, минус 50 сразу. А, минус 100. У вас рыба есть в гильдии? У меня дайте нет. Кулак. Да есть кого рыба? Мосса, чуван. Моя кольца. Поставил, поставил рыбку. Плюс один кролла получишь, блин, за рыбу. Там их две. Пуги рыбу ставят. Нормально, блядь. Видишь, а чё, Медвей вам не хочет давать вкладку гильдовскую, что ли, блядь, доступ? Что за херня? Я вообще рекрутер, какого хуя я ралю, да? Не, ну такое, типа, Войду можно дать, типа, доступ. А он уже Роме, блядь, ливнул. Так, и задум уже ливнул, чё давать доступ-то нахуй. Фулл ребафы раздали, перестабаф есть, лапа есть, хорошо, каски, кулаки. Так, 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 шредеры мои, окей. Почему на варах нету креста, я не понял, хули пал, блядь. Ангелес на варах. А задум чё, с гильдии ливнул, типа? Да. А чё, не так случилось? Завязывайте базарить. Че на пол? Шансунг. Что-то лава. Гуляем. Не врываемся, пока не поставить, мы бы все вместе. У БДК, наверное, бомжи когда. Есть у нас ФДК еще. ФДК, дай бомжей. Заливаем чертворцев. Быстрее, блядь. Он вроде не дал, я, короче, присвет. Давай, скинь. Быстрее чертворцев, сколько уже, блядь, големов, нахуй. ДК, ты в Дискорде? Ох, боже. Добиваем быстрее. Все, разбежались по местам. Мою кровь и сухните
Чулан, чулан, чёрт, чулан. Чулан треугольник, какая звезда, блядь? Турбойс на звезде. На вас же самих метка есть, вы что, не можете посмотреть? Да я вижу, что метки есть. Не про форум. Сейчас босс запустится. Гера пошла. Что, сразу крылья-то на нее кинули? И что, пробиваешь, что ли? Вообще нет. Войт, а в танке реванш не 6 секунд кадашивается, что ли? Потом поговорим. Готовься забирать сейчас. Забираем. Мастер следи, Кубо, я не могу сесть. 14 секунд, готовимся. Метки захотываем, кто на кубах. Хилы захотываем. Интью захильте, блядь. Готовимся. Прожали. Все есть лучше, хорошо. Бесы пошли. Залили все бесов. И включились бесов, ДДшники. Оберни Алис его. Отверни, отверни, ты мужик. Бесов быстрее вливаем. Сейчас начнут взрываться. Начнут. Чуть не взорвались. Кубы 15 секунд. Забирай. Приготовились, кубы. 5 секунд. Поставил в центр. Прожали. Не прожался. Звезда, один. Блядь, другой. Звезда. Не жмется. Прожали. Хорошо. Ага, хорошо. Кто ромбик отжал, блядь? Чё с вами, блядь, не так? Не прохилили, да? Ну, мог бы сказать, Дисе, что ему хил нужен. А хилы у вас что, нету хилбота? Вы не в курсе специфики для хилов здесь? Турбойс, ты что, на платформу заходил, что ли? В смысле, на платформу, ну в круг. Тут вот вроде всегда... ставится, нет, тут если ты заходишь до того, как прожимаются кубы, то вроде дебаф ставится, нет? Раньше так было. Может залагать, но если там, говорят, лужа была, то есть тут без вариантов, значит, кто-то стоял рядом. Нет, не было лужи, потому что я смотрел, там не было лужи. А умер мульти в ромбике. Ромбик почему не прохилили, я не знаю. Мурбеттер да. Там умер, а не мульти. Они прохилили, потому первый что раз. Вообще нихуя не хилили. Первый давай. Раз я зуба дал. Значит, объясняю. Хилы. Ваша задача. На человека, который стоит в луже, раскрыть свои глаза, увидеть метку на хилботе, увидеть метку на соответствующем человеке,
начать на него кидать. Для друида, умножение, восстановление, всю хуйню, жизнецвет. Для престол. Быстрое исцеление, связующее, блядь, молитва, восстановление, обновление, щиток, нахуй, всю парашу. Для шамана, цепуху, нахуй. Волну исцеления, для хулипала, блядь. Метку на него кидаешь и хилишь дальше, блядь. Как его, частицу, блядь. Если вы также будете хуй ложить на людей, которые в луже стоят с меткой и жмут этот куб, нахуй, 7 секунд эти, блядь, то вы будете падать по КД, нахуй. Нравится падать, сейчас, нахуй, всех хилов 5 штук поменяем, нахуй. Или хитьте метку, ребята, нахуй, или... Так, 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 чё с по хилу такое, блядь? Тоже, если вы метка, ну орите вы там капсом в чат, блядь, что вы метка, вы чё, блядь, сидите, молчите. Я еще раз говорю, хилбот — прекрасная программа, на ней все метки отображаются. Вот у меня вуда включен, я вижу ромбик на мэрбэттере на этом. Будь я сейчас хилбот, он бы не раздали. Упал вообще никак. Есть рыба, идем с рыбой. Нету рыбы, не ставим рыбу и не идем. Без рыбы, точнее. Вон рыба стоит, ждем. Да рыбы хватит, хоть на 30 вайпов. Это вы, блядь, на первой фазе вайпаетесь из-за кубов. Вы чё, блядь, прикалываетесь нахуй, что ли? Если вы видите, нахуй, тут есть где-то вам, ну, секунд 8, чтобы прожать куб, на. Если вы видите, что тот не успевает, то замените вы его-то и всё, блядь. Врубайте немножко мозги, так. Кулачок хантам, если можно. Кулаки раздайте. Эмей тут. Раздай кулаки. Раздаю, раздаю. Тут. Опять битбагнулся. Прилог, шо он мне это... Сыпали эти петы на ДК. Может, есть макрос какой-то на снятие бага пета? Ванхель, Аршам тут? Да-да-да, я тут. Контрольный чек на пол. ДК, что там из вара? Кто из вара на ап кричит? Нет, кулак. Я не вижу бафа. Не кричит никто на ап. Кулак невозможно перебить, если у тебя вкачан. И если только у вара не вкачанный крик. Крик. Кулака на ДК нету. Начнем с... А ДК кулак? Что это за армс? Такой, блядь, странный билд, нахуй. Так, по ДК дали кулак? Нет. Кулак. Сейчас, секунд. ДК плюсанули, у кого бомжи есть? У АДК. Юлу есть, да. Короче, первый даешь, когда я скажу по команде. Фрост ДК даешь бомжей. Моса тут? Моса? Ты где? Ой, блядь. Моса! Чё, вылетел, что ли, блядь? Не, тут, всё, блядь. Даём на пулы. Дал бомжей Фроздека. Алиса, давай бомжей. Другой супал нет. Быстрее убиваем чертворца.
Дали рез по турбой свой фул ребаф по нему. Кулак, каска, приставав. По кому я прослушал? Турбойсу, я сказал. Интересно, вы даже не видите, кто падает, что ли? Просто удивительный вопрос. А с какого мы должны наблюдать, кто упал, кто не упал, если тут надо мобов сливать? Тоже такой. Проблема в том, что ты не видишь рейд. Почему задаете странные вопросы, блядь? Вы играете в WoW нахуй или в что, блядь? Вот нахрена милику смотреть, кто упал. Так зачем потом спрашивать, блядь, кому давать бафана? А зачем милику? Ты, если ты говоришь, зачем давать бафы, я понял, ты ретрик, да? Нет, я спросил, зачем ретрику знать, кто упал. Наблюдать, точнее, кто упал. А для того, чтобы этот человек не упал, ты можешь ему дать либо сальву, либо этот... Выйдите, служи. Таплю. Либо флешки под хили, забирай. Перебеги, тебе эти питаны секунд. Стоят, где лужи нет. Готовимся, кубы. Три секунды. Прожали. Мульчик. Вроде все пьяны, да? Бесы. Бесов залили все, РДДшники, милики, заключились бесы. Возле боссов никого не должно быть. Сова, блядь. А, нет, там, нахуй, бакса. Чучел, сори. Выдалили, хорошо. Пятнадцать секунд кубов. 10 секунд, приготовились. 5 секунд, 4, уже стали по местам. Прожали. Скелет. Звезду! Пожалуйста. Звезду! Прожмите наш... кто-то, быстрее! Так, стражи, это у нас гитаристы, да, блядь? Так, гитаристов от рейда. Только РДД гитариста. Милики не лезут. Да, милики не лезут. Скрили быстрее гитаристов. Босса 55%. Стопать готов их. Готов все их. Залейте их. Стоп! По боссу убрали руки нахуй от босса. Помогайте убивать гитаристов нахуй, милики, если умеете. Только осторожно, если умеете. Кубы через 20 секунд. Десять секунд, готовимся, кубы. Бы на позицию встали, пожалуйста. Захил трусы лужи на трусах. Прожали кубы. Собрали мобов, побежали к двери. Бесов. Не, подожди, этих нельзя собирать, они же ваншотнут. Бесов тогда убили. А чё, фаза пошла?
Да, к воротам все, к воротам. К воротам все. Да не бей бесов. Шредер, отдай. Я дал Шреда. Фокус под бесом, на босса забили. Может, бичей дай? Дали бомжей. Не надо там бомжей. В лужах не стоим. В зеленых особенно лужах. Тебе еще работать? Бесов добили они или нет? Да. Да, там да, да. Он мешок. Только, блядь, в лужах не сдохните, забирай. Пожалуйста, и отметок. РДД, следите за метками, которые на вас появляются. Вам нельзя во время окончания этой метки кастить, либо прилетит дамаг. Может, первый пати приз, дай гимн на хп, потом на ману. И на ману. Кильте лучше, заикоты теряет, шаман выйдет служит. Цепухи давай. Живание на хп. Зеленые лужи не заходим. Которые сзади он. Шансунг на хп давай. Давал я первый. Мульти на хп давай. Хильтереет. В лужах не стоит. Иду на центр. Дешево, забирай. Все, вы откатились, если что. У меня тоже. Ну дашь как. Как дашь, скажешь, я просто тебя дам. Дал. Угу. Поднимайте рейд по хп, на фул держите. Слушаюсь. Шаман вот этот. Интересно, чем он хилит, что он так по мане не садится? Цепуха. Четыре волны. Слово. Дали, да, Шредер, пожалуйста, сак. Дал ШВ. Макс. Все дефы дали. Можете в лужу. Слово опять. Ману, залейте, Джованни. Забирай. Надо было мешок на ролике, чуть завтыкал плохо. Так, маунта нету. Кидай только через объявление рейду. У кого квест в лут взяли? Не забыли. Алиса, тебе напоминаю. Блин, печеньку поролись на объявление. Я бомж. У тебя много таких предметов, ты мне наебал. Оставляй босс. Банки, походу, сори. Этот плащ, блядь, по КД падает, он уже заебал. А плащ, он чё, по ГП будет? Да, если сравнивать нашу. Ролим сумку все. Сумка не в ГБ, а сумка на личное использование. Лу, 97. Махну на плаще, без ГП. Посох. РДДшники ролим. Пугов у нас РДДшников нету, давай по ЕПГП. Хм.
давно пора, блядь. Он мне в части должен был, блядь, висеть, нахуй этот Мирдос, блядь. Вчера еще? Мирдос какой-то, блядь. Ну, вчера. Я его добрал в гильдии, нахуй. Да он сегодня, я его добрал, нахуй, в рейд, блядь, в РБК. Он говорит, почему вы РБК не регнули, потом выйду, блядь, ливнул, нахуй. Мы его кикнули, точнее. Потом пошел в кару, блядь, ливнул, когда я уже почти фул собрал, нахуй. Без ничего, нахуй. Он там еще что-то написал, куда понял, вроде. Так, кому не нужен лут, летим на груля, ставим порт в шатрат. Реально плачь за ГП? Да, все за ГП идет, это Гера. Блять, я еще так, раз... Вот, ты писал, что ролишь на ретрика? Админ, кинешь. Стой, стой, какой офф, я не успел нажать мейнспейс. Давай ролик. За ГП за просто кинь ролл, пук ролит, не видишь, блядь? Так он на офф спек же, вон, 90 держи. Так, заплачь. Я по 96. 90 на плащ кидал, мне пофиг. Ну окей, за фулл ГП забираешь, значит. Если... Ну там уже кидал ли по роллу, нет? Ты нажимал мейн спек, нет? Не нажимал, вот именно. Будет быстро это все делать. А печать отдают любому, или чтобы было Т4, хотя бы две штуки? Роль. Главное роль. Переролишь 96, будет твоя. Не переролил, все, значит не твоя, по гильдии пошла по пиору. Приору. Не обязательно иметь Т4, по одному токену на руки. Летели дальше. Так, мульти уже получил, значит больше не получает. Так, что уже протол пропал, да? Сука. Ладно, пересумоним тебе курить. Следующий будет я тоже курну быстренько. Ну, Локи, летите, Винст. Блять, 5 за много. 3 нормально. Пошли, быстро курнули, вернулись. Локи уже должны быть в Винсте за это время. А где сарафан? А что ты хочешь чулан забрать? Голову? Чё? Это мастер может набрать. Чё ты хочешь там забрать что-то или чё? Трава? Так добычу РЛ может поменять только. Да ничего страшного, трава. Не переживай. Да не, нету там кошмарника. Кошмарник — это легенда, это миф. Что значит рано? Я в это время обычно просыпаюсь, лол. Так раньше проснешься. Раньше ляжешь, раньше проснешься. У меня не получается заснуть раньше 5 часов, так что. Значит, а ты адрес. Это сон. Ты адрес твой скажи, мы выехали. Коли уже взяли, воду тоже. Чеснок не забудь. Да-да-да, чеснок, да-да-да. Нас ждет победа. Ребят, кто там с Украины, я слышал, то как у вас там обстановка-то вообще там? Ты сейчас о чем? Ну, а о том, что все-таки, как вообще сейчас Зеленский-то, есть, чувствуется изменение, это вообще нет? Да почувствуется, как и у вас приблизительно. Да, братья, блин, по разуму возьмут власть в свои руки, блин, и начнут придушивать. Да у нас-то уже, знаешь, уже давно ничего не изменилось, у нас все пришило и все бесится, уже не знает, на что еще налоги сделать. Ты сейчас только поплывем к вам туда, я так думаю. Это зелень, это зелень.
Да нет, я не думаю, что он пойдет на уступки Плешивого. Плешивый он уже с ума сбредил. Он сейчас хочет либо Казахстан, либо Беларусь под себя под. Ну, я тебе так скажу, как бы наш президент как бы такой же, как и ваш на сегодняшний день, под олигархами стоит. Поэтому они там сыграют свою игру, о которой ни хрена не будет. Ну, как и обычно. Пыкач офнулся, да? Ага. Дай ему ЕПЗ, этот, забираем кого-то одного. Еще что самое интересное заметил, в Дискорде очень мало украинцев разговаривают на мове. Мне так нравится мову слушать, вообще прям просто. Человече, якщо в тебе таке питання про то не питання. Зараз РЛ переключиться на українську, я буду говорити українською. Але нас половина не розуміє. Ну давай, я буду розмовляти українською, і що? Ненька, все ненька. Ми ж говоримо чому російською? Тому що нас ніхто ні хрена не розуміє. Ні-ні-ні, я вас розумію. От там то це і справа, ти розумієш, а потрібно розуміти. Та що там розуміти? Да блин, у вас язык такой же, как и наш. Он ничем не различается, по сути-то. Просто прислушаться, и все можно понять. Можно понять. Ну, опять-таки, но... да, если прислушаться. Если я сейчас переключусь на диалект в том регионе, в котором я живу, да, ты ни хрена не поймешь. Я тебе скажу слово «праска». Что такое слово «праска»? Ну, я могу тебе сказать. А нет, я не знаю. Не, знаешь, опять же, да, есть такое слово «окей, Гугл». Да, но окей, Google тебе не скажет, что такое колыба, что такое там, например, ладно, не буду нехорошие слова говорить, банально, кто такой швагро, тоже Google, я не уверен, что даже выдаст, хотя хрен его знает. Я знаю, что ругаться зачем, не надо ругаться, тут девушка. Ну хорошо, там, Ромби, нету такого слова. Короче, народ, слушай. Нету такого слова швагро, ребят. Есть слово «свагро». Гугл тебе ничего не даст. По-правильному это сделает для любого человека. Ребятки, но заметьте, но, что казахи, можно я скажу, можно языки, даже украинцы, когда матерятся, со мной на русском, зараза. На украинском мало кто матерится. Не, в украинском языке есть свои маты, если что. Если тебе интересно, есть свои маты. Почти никто не использует. Да. Почему? Я сейчас в Новгородской области живу, я хочу сказать, используют, и так обильненько. А кто знает гуцульские маты, а? Вот это, походу, они и есть. Какой? Не, я вот знаю, у меня девочка была, татарочка, она меня научила минсинаку таксарасан. Агрус? И... Я даже не знаю, кстати, как по-русски будет агрус, блядь. Здрасте, крыжовник, не гони. А, во, в натуре, блядь, вспомнил. Нет, но вот сериал с Зеленским мне очень понравился. Вот, не знаю, я запой прям. Вот на этом все понравилось и закончится. Вот, потом Пес, он же тоже вроде ваш украинский или нет? Кто? Пес это кто? Сериал. Пес это кто? Слышу. Походу нет. Джованни, надо срочно уйти, я понял. Все, ну, так. Ребят, на одну минутку убегаю. Можно срочно уйти. О, блядь. Да, отдай Джованни ЕП, блядь. Или ты еще когда-то придешь. Так, Лок уже в инсте, сумоним. Лок, ты тут? Силы, светы. Возле камня стали всех присумонить. Я шкаф поставил. Так, нужен хил, да? Меня суманить, я уже тут. Он уже отошел. Ну, пускай не попросит у кого-то другого. Так я его кикнул, блядь, сразу я забыл нах. Все, спасибо. Ну, пока летели, то говорили, но нам нужен еще один хил, да? Пока доберу танки, пуляем трэш.
по поводу Т4, не знаю, вот, всегда отдавали эти печеньки, у кого есть Т4, хотя бы две штуки, просто отдают, у кого их нет, просто обидно. Я никогда такой хуйней не занимался. Даже на циркуле было пару раз, что типа, если у тебя нету Т10, тебе печеньку не отдают. Разберемся. Я просто за ними хожу уже хер знает сколько. Это кто говорит, Пуг или кто скид? Это Ретрик Змей. Это Пуг, Пуглу, это Пуг. Ну так с роли будет, в чем проблема? Ретрик, а сколько тебе лет? Ой, столько не живут. 40 есть? 43. Ничего себе, ты старый. Я Вовку и пиратку играл, как она только появилась еще. Да, ну, у нас, короче, ГМ на циркуле была сфера, и что-то по 55 было, что ли. Лол. На X25, нахуй. Не, у меня ну, на, не ГМ было, а именно этот, ГМ сервера было. У меня был там один прикол, как-то не один там обещал морду набить за то, что я его часто убивал. Вот. Ну, встретились, он как раз с Оренбургом был, я в Оренбурге жил. Вот. Ну, пришли, там самому старшему 15 лет было. Ну, чё? Чё, за школой, да? Ну, чё, с пацанами постояли, поржали. Один там в плечо ткнулся, говорит, я детей бить не буду. Люди, никто их бить не будет, поржали, ушли. Я с Каноп рассказывал историю в чате. Это каких 2007 годах там был чат комфорт. Шейпер в танк и спекась. Шреддер в танк. А, вы уже так подошли к боссу? Да. Да. Турбойс, Чулан и Шаманы. Шаманы же диспелят проклятие, да? В курсе. Если шаман, если прокачано, да. От шамана, если у вас прокачано, вы диспелите проклятие с рейда. Кого я назвал? Турбойс, Чулан и два шамана. Илем, у тебя есть пик варшама? У Аршамы Ванхель не прокачано. А что они не захилят, что ли, четвером? А не, у Аршамы прокачано. Не захилит. Так, ребят, кому кулак еще? Не-не, там проклятие такое, что они, ну... Ну, все. Так, Ардру мне плюсанул. Карочка, что-то ник знакомый. Ставим в шкаф, сумаем. Так, мастер, тут играет в крест сначала, не в череп, как в обычке ты скомандовал. В обычке похуй, в кого играть. Ну, крест лучше. Паладин Касп обнови по себе. Так, по танкам. Я сижу на ромбике. На квадрате сидит у нас вот Шейпер. На звезде Алиса. На кресте Войд. На черепе Шреддер. Танки услышали меня? Надеюсь, вы знаете, где кого держит. Такс. Метки поставил. Паладин и Каспин. Так, а короля держится, звезду держится на вулкане, да? Так. Череп где держится? Тут? Чего там, груля уже бьют? Угу, да, череп там. Крест. Да, груля. Крест, вот сейчас я встану. Вот тут. Где-где? Вот тут? Вон, корова прыгает. Вон, электросы туда встали. Череп там держится, да? И квадрат тоже там. Или... Да. Или в звезде квадрат. Да. Лоу, если этот, если череп будет кастовать пламя адское, потянешь его.
Что? Что ты ему говоришь? Потом она заплачет. Так, рыбка есть у кого? Блядь, ты забери тогда его обратно. Рыбка стоит. Кого забрать? А, плащ? Ну, уже получил его. Он тебе лучше будет, или ты хочешь СЛК забрать? СЛК намного лучше плащ, нахер этот не мусор. Лучше уже тогда пугу отдайте. Ну, я с таким плащом где-то несколько месяцев ходила и ничего. Митики, блядь. Забрал, забрал. Все, так, короче, на пул. Один из вас. А зачем анхолику плащ на РПБ за УД, извиняюсь, пожалуйста. А зачем мне брать плащ, который в обычке целка лучше есть? Зачем? А потом обсуждайте шмот. Алло, давайте пулить, вам все готовы.